Всем привет! Вот задан был вопрос по дефектовочным экранам. Какие бывают, для чего пользуюсь? Отвечаю. Бывают вот такие вот. Это самопальный кусок фанеры, обвернут бумагой. Я им пользуюсь часто, чтобы посмотреть примерно по машине, что... Какую часть, допустим, на детали занимает повреждение. Ну, машинка грязная, но отраженка вот видна хорошо. Вот, и где линии играют, где линии сходятся, там шишка, где расходятся яма. В данном случае здесь мы видим все ровно. Есть непрозрачные, вот так же, как и этот. Одной рукой, конечно, неудобно все это. Ну вот то же самое. Вот она видна, отраженка. Так или так. Вот. Есть вот такие. Вот. Вон она лампочка. На ней. Я раньше у меня на всех лампах было. Вот она полосочка наклеена. Просто черная изолента ровненько. Вот, есть такого варианта. Здесь лампы внутри окрашены. Вот, если присмотреться повнимательней, вот, тоже можно ловить от лампы отражение. Вот, и смотреть. Вот, и есть те, которые одеваются на лампу. Вот тоже, кстати, пассивный отражатель. Здесь вот они с присосками такие присасываются. Присоски, правда, очень плохие, очень плохо держатся на детали, но не в этом смысл. Это для дефектовки. Вот сейчас покажу другой вид рассеивателей, которые одеваются на лампу. Я их тут понаделал разных. Вот эти уже рассеиватели, через них проникает свет. Это маленький, удобный тоже для того, чтобы вот на вот этих присосках работать ими. Ставить просто для контроля, периодически сверяться. Вот, вот эти же все. Вот здесь, допустим, линии пожирнее и более редко стоят. Здесь они почаще. Здесь тоже вот снутри более широкая, по краям такое. Вот это вот одна полоса. То же самое. Это все самодельное. Вот как бы сказать точно для чего это. Там и как по науке я не знаю, но вот я ими пользуюсь. Сейчас покажу, как это выглядит на лампочке. Вот она у нас, ледовская лампочка. На ней установлен один из рассеивателей. Вот. Там наклеена белая пленка. Сверху белой пленки черные полоски. Вот, когда мы ее включаем, вот, все это видно. Сейчас покажу, как это будет видно на автомобиле. Машина, конечно, пылюки, ну не в этом дело. Вот здесь есть маленькая вмятинка. Как мы видим, она прекрасно отражается. Я еще немножко доработал лампу, поставил еще светодиод. Вот она. Потому что середина как бы затемнена была. Вот так вот все это видно. Сейчас поставлю другой цвет. Вот этот экран у нас желтая пленка, черные полоски. Ну, скажем так, он как бы более контрастный, что ли. Вот так вот видно вмятину. И еще одни оранжевые. Вот он, рассеиватель с оранжевой пленкой. Тоже достаточно ярко горит, но как-то желтый. Мне вот такой вариант нравится больше. Здесь он, конечно, видится как зеленоватый. Вот такими вот экранами я пользуюсь для дефектовки. А вообще, даже вот
Нарисовал то же самое возле входной двери. Машина стоит. И в отраженке, вот допустим, на переднем крыле, уже можно хотя бы определиться, сбоку посмотреть. Эти отражатели можно использовать в том числе и малярам, не только тем, кто занимается ремонтом вмятин без покраски. Сразу видно на машине, где какие косячки. Вот. Это способствует тому, что можно очень быстро и достаточно точно отдефектовать повреждения на детали. Ну, дальше вы сами поймете. Вот, собственно, и ответ на вопрос, для чего и как пользуюсь я этими экранами. Всем удачи, пока-пока, счастливо.